Дорогой друг, вот мы идем к брату на дачный участок. К слову сказать, он тут, наверное, один остался. Здесь вот поблизости все брошено. Все разграблено. Вот какой-то домик одинокий стоит. Металлисты сняли все заборы металлические. Вот, так что тут беспредел. Ну и вот мы с вами потихонечку заходим. Вот у него тут малина. Вот рябина. Вот у него емкости для воды. Видите, да? Грунтовая вода. Вот там. Может быть. А, ну вот видно. Вон, видите? Отблески. Ну и вот. У него здесь металлический такой домик-сарайчик. Избушка называется. Избушка. Которую взламывали уже не один десяток раз. Так, вот давайте. Вот здесь у него что-то растет. Или виноград, или еще что-то. Вот. Вот тут смородинка. Яблонька. Ну и вот его деляночка, посмотрите. То есть у него дорожки стационарные задельнены многолетней травой. Видите, а сами делянки обрабатываются. Это вот лучок, вот этот перчик у него, вот этот чесночок, вот это помидорчики, снова лучок. Снова помидорчики. Вот здесь, наверное, свеколка. Вот на свеколке, видите. Ну и вот тут в междуряде вот малинки рядок. Вот, вот это яблонька. И мне кажется, карликового типа, я ему давал. Сорт называется Соколовская. Вот тут у него какой-то гульбарий растет. Вот тут снова смородинка. И вот делянка с морковкой, наверное. Да, вот делянка с морковкой. А сейчас мы высаживаем. А, кстати, вон он хозяин. И его племянник. Это мой сын Никита. Вот. Сейчас они высаживают виноград, который я брату привез. Вот они, видите, высаживают. Это укорененные черенки дома. Так, ну ее лучше, наверное, на север почку, да? Глазок. Куда? На север, там. А глазок без разницы где? Без разницы? Да. Так, ну рос он, по-моему, сюда. Вот так. Неважно, где он, вернее, как он рос дома. Располагать его нужно так, чтобы для будущей шпалеры глазки были нижние. Глазки на побеге были расположены вдоль шпалеры. А, ну вот, 11 лет, ну, чтобы их потом справа не ломать, значит, на будущий год. Значит, все правильно поставил. Не выворачивать. Вот. Вот сейчас мы, короче, эти три саженца посадим и поедем
Гости к матушке. Вот осталось там два саранца. Видите, в ведре, да? Вот, вот такие вот, короче, в городе Чаплыгине дачные участки. Ну это вот, видите, наверное, единственный. В округе все. Ну типа как Мамай прошел. Все брошено, все разграблено. Ну и к нему, естественно, лазит. Лазит и лазит и лазит. Вот. Так что, вот смотрите. Вот такой дачный участок со стационарными, так скажем, задерненными проходами.